Господа, всем привет! Исполнилась мечта идиота. Теперь в Lexus есть USB, AUX. Ну, AUX еще нету, нужно будет там два проводка. Ну, в общем-то, ерунда. Bluetooth есть, SD-карту даже читает. Но самое главное, что он читает теперь флешки и радио. Теперь все волны ловит радио Lexus, американец 99-го года, RX300. Ну, в принципе, уже вот готовая панелька. Единственное, я чуть-чуть немножко не подрасчитал и здесь вот лишнего чуть-чуть срезал. Ну, это ладно. Если вы будете делать, тщательно измеряйте вот эту панельку, чтобы она, ну, по кнопку была, чтобы дырки не было. Тут получается так, что здесь лишняка срезала, здесь, в принципе, нормально. Ну, ничего так смотрится. Конечно, кто-то скажет колхоз, но по-другому тут никак. Можно было, конечно, заморочиться туда, прям вот ее подрезать. Но, блин, мне лично вот так устраивает. А вы, если будете делать, можете, в принципе, вот эту панелечку. Можете, кстати, ее или сверху поставить, или вниз убрать, без разницы. Главное, я вам покажу, как провода припаивать, вообще куда подпаиваться и так далее. Схемы все. Все будет в описании. Также в описании будет, где приобрести вот эту платку саму USB. Цены там, ну, в общем, примерно $9 вышла вот эта платка. И где-то часа 3 работы подпаяться там, дремелем вырезать все. Как-то так. В общем, сейчас смотрите, я включу видос, как мы это все делали. И потом покажу, как это все играет. Погнали. О, Костяныч. Четвертак. Это центы. Центы американские. Всем привет. Собрались, как обычно, ночью, потому что у нас тут темные дела по Лексусу, да, Костяныч? Что будем делать с Лексусом? У нас есть вот такая штука. Это у нас USB, SD-MMC карта, короче, плюс радио, плюс еще сюда AUX прилепим. И будем к штатной магнитоле это все цеплять сейчас. Вот. И нам поможет в этом Константин Пряморукий. Прошу любить и жаловать. Погнали, короче. Итак, способ приготовления. Точнее, нет, способ научить, так скажем, Lexus любить флеш-карту, да? Для этого нужно паяльник одна штука, олово одна штука, вороток. Головка на 10, да, головка на 10, которой нету, да? Ну, ничего, ничего не придумывают. Ну и, собственно, сама вот эта хреновина, да? И все. Ну, что у тебя тут еще можно стырить? Сверлышки всякие, блин. Зачем? Вот это, зачем тебе сверл? Же надо вон. А, один AUX, да, еще? AUX же надо еще показать людям. Свою. Ну, для начала нужно извлечь магнитолку. Чтобы извлечь магнитолку, ну, в принципе, по видео вы уже видели, как я это делал. Нужно снять вот эту U-образную панельку каким-нибудь вот таким пластиком. И там 4 болта открутить, вытащить и сзади провода все отключить. В общем, не буду весь процесс снимать. Он есть у меня на ранних видео, можете посмотреть. Ну вот примерно так это выглядит. Сняли. Чтобы ее вытащить, нужно как бы ручку на себя потянуть до положения L, и тогда U-образная панель вылезет. Так, вот у нас 4 болта. Блин, нифига не видно. Вот 1, 2, 3, 4. И головкой на 10 откручиваем это все, и наш мафан полностью, вот этот панель вся вылазит. Вот модель мафана. Это у нас на Комичи P1714. Мы уже его сдернули. Сейчас. P1714. Ну, это модель P1714. Там сзади три фишки, да, по-моему? Две. Одна идет на экран, одна на кнопки. А, ну да. И вот этот человек фишки, уже да, схавал эти Лексусы, да, по электрике. Ну, я их труба шатал, да, после Лексусы. Ну и две фишки. Аварийка, да, и эта пассажирская подушка безопасности.
странный японский Maven. А, ну хотя пионер уже не тоже японский. И антенна. Все. Две штуки. Две антенны. Почему две, кстати, антенны? Одна М антенна, другая FM антенна. Отвертка. Ну и сейчас будем расковыривать. Небольшая. Короче, нам нужно разобрать. Нам только надо вот это снять. Открутить 4 винта вот здесь. Это у нас кассетный холдер, да? Да. Не, это не только. Ну полностью, да. Радио, кассетный. Ну, в общем, нам оттуда потом его вытащить просто надо будет. Да. Как-нибудь. 5 винтов вот здесь открутить надо. Ну вот эти надо 2 расслабить, потому что здесь шпилька не даст вывести. Вытаскиваем. Здесь. По 2 болта и все. Давай. Ну и там уже. Тащи отвертку. Вот так дыра выглядит. Зияющая дыра. А прикиньте сюда, вмострячить, как у Теслы. Огромный дисплей такой. Костяныч, там последние винты. Давай, крути его. Этот холдер. Чпок. Ага, хрен там плавал, да? Блять, отвертку. Не хочу. А у тебя нет по длине отвертки? Здесь в машине, я не хочу туда идти. Ну тогда мучайся. Блин, я и ту, по-моему, отвертку оставил. Один хер, по-моему, машину идти. Сапчик. Я же, когда тебя встречать пошел за инструментами, взять инструмент. Там фонарь оставил. Я отвертку, походу, там же и оставил. Здесь один винт есть такой, тонкий, блин, его только тонкая отвертка. Открутить не получится. Бздин. Это дисплей, да? Дисплей. Подай вон зато заодно вон ту штучку, которую на полу лежит. Вон эту штучку подай. Инструмент. Инструмент главному инженеру. Вытаскиваем, откладываем в сторону, нам это понадобится. И вот он сам. Однодиновый мафон, да? ГУ устройство. В принципе, на коленке можно все это сделать. По сути, да. Вот у меня вопрос, кстати, потом возникнет. Чтобы вот эту хрень, которую USB, в окошечко, где кассета вставлялась, прям туда так чик в аккурат заподлицо. Не получится. Почему получится? Потому что видишь, здесь изгиб небольшой есть. Ну и ладно, если она сюда вметывается, изгиб можно сделать, не вопрос. Ну кнопки жать будет. Нет. Зачем? Ты ее вырежешь просто под USB под это. Кнопки-то нафиг не нужны. Вот эти. Вытащить кассету, нафига кнопка. Короче, надо будет что-нибудь придумать, чтобы он прямо вот сюда в аккурат, прикинь, войдет. Тема? А? Ну да. Вот. А у меня есть... Ты мог вообще дома подготовиться, в принципе, мог бы. Примерить, подпилить его, блин. Нет, у меня есть Костя. Сейчас я тебе генератор заведу. Зафигачу. Все, идем в бардачок. Давай, вскрывай. По сути, вот эта крышечка на трех болтах держится. Один здесь. И два где-то. Нет. Нет? Два вот здесь. А, два вот здесь, да. И один вот здесь. И это все вскрывается вместе с ногтями. Да. Одним кровь, мясо, давай. Покажи. Жесть. И стол. Чпок. Нутро. На, выкинь. Она не нужна. Ну, да, правильно. Брось, а то уронишь. Ну вот внутрянка, кассетная хрень, и плюс радио, и плюс. Тут, по идее, можно все вот это разобрать одной отверткой и одним ключом. Я так полагаю, мы кассетный вот этот вот весь механизм полностью выкинем, да? Он, по сути, не нужен же. Ну, он тебе, если здесь ставить, он будет мешать. Ну, да, я тебе про это и говорю, что мы его просто... разберем и выкинем, он все равно не работает. А ты знаешь то, что на некоторых машинах аук ставишь, если выкидываешь его, он может ошибку выдавать. Говорит, дайте мне лентопротяжный механизм.
Серьезно. Type error, type error. Ну мы проверим. Не, здесь нет. А, нет, ты же AUX. Мы же к ним не к AUX будем. Ой, не к кассетной херне будем подключаться. А напрямую. Нет, без разницы. К диапазону. AM. На помойку. А он как там держался? А, вон, да, вот на этой. Его здесь фишка. Шлейф, да, все вижу. Это на Камичи. У Рикса здесь другой немножко механизм. Mm-hmm. У пионеров. Пьяных нервов? Нервов? Что это? Листик. Так, вот они наши четыре кондёрчика. Так, стоять. А, это же на Камичи. На Камичи. Вот FLFR, да? Да. Подписанный. В принципе, разница между Накамичи и другими пионерами, рестайлингом, там, дорестайлингом или, допустим, японским, разница в расположении резисторов. Они могут местами там... Но тут подписано. Где-то вот здесь стоят. По-моему, у этих японцев, по-моему, здесь стоит... А у Накамичи и Дори Сталинговых, по-моему, вот они все здесь стоят. Вот они, четыре кондера, четыре фильтра. Нам нужны вот эти вот два центральные, где подписано FL, FL и FR. Но на рестайлингах они не подписаны. И они вообще в другой стороне находятся. Нам нужны вот эти две. Две дорожки порезать и попаяться к ним, да? Да, вот эту вот дорожку между ними и вот так вот. Ну, погнали. Так, смотрите, ребята, в общем, мы уже тут припаяли. Вот он у нас левый-правый канал, плюс-минус, ой, плюс-плюс, точнее. Получается он, ну, то, что мы показывали, схему я скину, на какие резисторы припаивать. И черный третий, вот этот, мы примотаем к массе, наверное, на болт куда-нибудь или что-то. Запитали эту платку, вот эту вот платку, саму USB, мы напрямую, вот тут подписано есть ГНД, то есть земля, и АЦЦ плюс, тоже припаялись. То есть у нас есть питание для платы и то, что у нас будет звук снимать с нее. Все это будет на режим АМ делаться. Теперь вот на эти провода нужно подпаять фильтры. Фильтры — это вот такие конденсаторы номиналом 10 микрофарад, 16 вольт. Или 25. Или 25 вольт. Ну, лучше 25. Получается плюсом куда? Плюсом к сопротивлению. Плюсом вот сюда. А, плюсом туда, да? Подпаиваемся. Минусом на вот эту схемку получается. Да, вот мы на коннектор вот этот. Минуса сюда. В разрез. Плюса вот сюда. Угу, понятно. Ну и примерно вот так это выглядит уже. С подпаянными конденсаторами. А мой дом знаешь какой? Я, короче, его просто застеклила и... Последний штрих, да? Просто в разрез провода припаиваем конденсатор плюсом к схеме, минусом к штекеру. К схеме этой. Вот этой. Да просто оба. Так удобнее, чем, блин, кондёры вот сюда паять. Ну да. У них ножки толстые и неудобные. И, в общем-то, все готово. Сейчас будем подключать, проверять. И черный провод земли мы просто прикручиваем болтиком там, где раньше стоял кассетник. И все. Это будет минус. Не, ну если, блин... Да, в принципе, этот минус на любую металлическую деталь, куда вам угодно. Просто да. Здесь самое близкое и по феншую, в общем. Ну вот, смотрите. Получается, все подпаялись. Отсюда провода идут в конденсаторы. Мы их тоже кембриком захерачили, чтобы они нигде не звонили. Ну и хомутом провода связали. Вот выходят два выхода. Один плюс-минус, другой на звук. В общем, собираем все, ставим, проверяем. Так, вот провода у нас выведены. Сейчас мы все подключим и проверим. Так, ну пока как-то так.
в дальнейшем панельку эту интегрируем. Сам маффон включаем. Так, загорелось. AUX. Так, AUX нам не нужен. Bluetooth. Ну, давайте. Так, радио работает. Флешечка. Самое главное, что мы хотели-то, собственно. Так, вот флешка. Блин, ребята, звук обалденный вообще. Чистый. Вот с помощью вот такой китайской фиговины решились две проблемы в Lexus RX300. Первое, это то, что Lexus хреново ловил радио. Сейчас все волны практически ловят. Просто там нужно поднастроить и с антенкой решить, куда-то ее вывести нужно под длинней провод. Второе, это флешка. Ну и третье, Bluetooth. AUX, короче, потом я его попозже выведу. И можно даже SD-карту воткнуть. Это круто. Короче, решилась проблема, наконец-то. Это пятая уже попытка подружить Lexus RX300 с флешкой и вообще современным миром. Ну и с помощью дремеля, инструментов, вот таких вот всяких резательных. Дремель, кстати, классная штука. Вот так вот панелька была интегрирована. Ну, конечно, я бы не сказал, что прям завод, но она как бы держится. Хорошо прикреплено, все работает. Флешка втыкается, вытыкается, ничего не выпадает. Без проблем. Сейчас ставим все на место и будет прям огонь. И радио, и флешка, и SD, и Bluetooth в Lexus. Вот как-то так. Вот теперь смотрите, как это все дело играет. Включаем. Флешка. Никаких лишних звуков, ничего. Играет очень чисто, прям идеально. Bluetooth, сейчас посмотрим. Так, ну вот радио, все волны. Все волны играют абсолютно радио. То есть, по сути, про вот это вот все вы забудьте. Вот чисто управление. Ну и пультик. Соответственно, с пультика все это делается. Ну, кому-то неудобно, мне лично насрать. Главное, что радио работает, все. И USB есть. Это самое главное. Как-то так. Ну, давайте Bluetooth посмотрим, подключим. Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Так. Вот он. Фигня какая-то прилипла. Сейчас включим, посмотрим, как играет. Подключаемся. Это у нас вот это вот GQBT. Есть подключение. Запустим какой-нибудь трек с этого, с Ютуба. Не знаю, кого-нибудь там. Давайте вот этих запустим, ребят. За нами уже выехали. Прикольный канал.
Всем привет, друзья, канал «За нами же выехали» снова на связи. Пожалуйста. Мы попадали немного, были проекты, связанные с основной работой. Но теперь возвращаемся к нашей, скажем так, промышленной мощности. Изображение от звука не отстает вообще. Реально выехали из страны и собираются сделать это в ближайшем будущем. Количество иммигрантов растет с каждым годом. У каждого свои причины. Кто-то нашел работу за рубежом, а кто-то просто устал от жизни. В общем, четко, все ништяк, все зашибись. Понять, человек сам выбирает, где и как ему жить. И как-то так. Много цифр и интересной статистики. Все. Готово. Подписывайтесь на канал. Обещал USB в Lexus. Я сделал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно. Всем пока.